Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 22 мая, вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Сегодня я расскажу вам, какие споры идут о минеральных удобрениях, хватит ли летом на всех мороженого и что угрожает перевалке зерна в речных портах. А завершим этот выпуск показом голой женской груди. Если вы регулярно смотрите наши выпуски, то знаете, мы стараемся освещать все инициативы, которые исходят от вас, дорогие фермеры и главы хозяйств. Несколько месяцев назад мы рассказывали о том, как Зерновой союз Ростовской области, а чуть позже и Агропромсоюз Ростовской области обращались к правительству с заявлениями, что следует отменить экспортные пошлины на зерно и заняться ростом цен на средства производства. На прошлой неделе стало известно об еще одной подобной инициативе, которая родилась в Ставрополье. Местное отделение деловой России отправило письмо окружному полномочному представителю президента Юрию Чайке с предложением зафиксировать цены на минеральные удобрения. Автор письма, председатель краевого отделения Денис Слинько, указал, что цены должны быть зафиксированы на уровне июня 2020 года плюс 10% и не выше. РБК со ссылкой на Слинько поясняет, аграрии сейчас активно закупают минеральные удобрения к озимому севу и констатируют, что затраты сильно выросли. В качестве примера приводят Амафос. При средней норме внесения 100 кг на гектар расходы ставропольских сельхозпроизводителей на удобрения в ценах апреля 2020 года составили бы около 5,5 миллиарда рублей. Но сейчас биржевые расценки на Амафос выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года более чем на 75%. В результате только на закупку Амафоса аграрии потратят более 9 миллиардов рублей. Эти суммы следует ограничивать, считают в деловой России. Эффект от обращения деловой России? К сожалению, в свете последних событий никаких обнадеживающих ответов мы дать не можем. Дело в том, что на прошлой неделе Минпромторг заявил, что не считает необходимым замораживать или как-то жестко регулировать цены на минеральные удобрения. Какие-либо меры реагирования ведомство готово принять лишь в том случае, если будет взрывной или необоснованный рост цен. Минпромторги отметили, что сейчас удорожание минеральных удобрений не превышает уровня, который был установлен соглашением между Российской ассоциацией производителей удобрений и Росагропромсоюзом. Соглашение было заключено в 2019 году. В нем говорится, что удобрения могут ежемесячно дорожать не более чем на 5%. Действительно, в декабре 2019 года такое соглашение было подписано. Об этом много говорилось в прессе, но текст самого документа тогда не был опубликован. Мы поискали и нашли проект этого документа. И удивительно, что в соглашении нет ни слова о том, насколько могут дорожать удобрения каждый месяц. В нем говорится только о добровольном сдерживании цены, не более того. Кто, когда и при каких обстоятельствах назначил 5-процентный порог роста в месяц, неизвестно. Мы направили запрос в Минпромторг России. Надеемся, что к следующему выпуску получим ответ. Остается меньше 10 дней до старта обязательной маркировки молочной продукции. С 1 июня специальные коды производителям придется наносить на сыры и мороженое. Однако к этой процедуре готовы далеко не все молзаводы. На этой неделе Южный молочный союз, ранее известный как Ассоциация Кубань Молоко, обратился в правительство с просьбой отложить маркировку, поскольку она негативно отразится на отрасли. В письме говорится, что предприятия испытывают серьезные технические трудности при внедрении маркировки. А завершить все необходимые пусконаладочные работы будет трудно, особенно сейчас в сезон большого молока, когда все линии производственные загружены. Большинство предприятий выбрали типографский способ нанесения маркировки, но типографии не в состоянии выполнить все коммерческие заказы. Даже те предприятия, которые решили самостоятельно наносить коды, сейчас испытывают сложности. Оборудование требуется в основном импортного производства, а поставки его задерживаются из-за пандемии. По оценке Южного молочного союза на территории ЮФО СКФО к маркировке было готово всего 5% предприятий на начало апреля.
у оператора системы маркировки, компании «Центр развития перспективных технологий» ЦРПТ. Другое мнение. ЦРПТ утверждает, что полностью готовы к маркировке с 1 июня 62% производителей. Ну, по России имеется в виду. Кроме того, еще 30% молзаводов могут задержать начало маркировки где-то на 1-3 недели, а вот остальные производители не выходят на связь. Минпромторг в то же самое время заявил, что большинство компаний к первому этапу маркировки готовы, а с теми, кто не готов, работа будет проводиться в индивидуальном порядке. В части опасений по поводу возможного дефицита мороженого, говорят в Минпромторге, сообщаем, что данный продукт имеет длительный срок хранения. Производители уже сформировали запасы, которые сейчас могут отгружать в торговые точки. Отмечу, что продавать немаркированную молочную продукцию, которая уже произведена, можно будет до истечения срока годности этой продукции. Росстат зафиксировал ускорение роста цен на некоторые категории овощей. Если раньше лидерами роста были огурцы и помидоры, которые в это время года поставляют в основном теплицы, то сейчас дорожают овощи открытого грунта. С 12 по 17 мая средний рост цен на плодоовощную продукцию достиг 0,4%. При этом капуста подорожала на 4,4%, морковь стала стоить дороже на 3,4%, а лук подорожал больше, чем на 3%. С начала 2021 года рост цен на картофель составил более 50%, на капусту больше 37%, а лук торгуется сейчас на 30% дороже, чем в начале года. Стоимость моркови повысилась также почти в 1,5 раза. И на этом фоне только помидоры испытали рост около 5%. Все-таки теплицы держат свои цены. Наблюдать удорожание овощей потребителям, конечно, не очень приятно. Но, с другой стороны, хороший продукт, в который было вложено много труда, не должен стоить копейки. Иначе у производителей просто не будет стимула работать на качество. На следующей неделе на нашем YouTube-канале, а также на сайте agrobook.ru будет опубликован наш новый спецпроект «Овощи открытого грунта. Как вырастить и как продать». Вместе с нашим генеральным партнером, компанией «Сингента», мы пообщались с лучшими овощеводами Юга России, которые рассказали нам о своих секретах, как получить высокий урожай, как хорошо его сохранить и, конечно, как сбыть урожай выгодно. Не пропустите! Со страшной новостью на этой неделе нас познакомила газета «Известия». СМИ выяснила, что комиссия Госсовета по направлениям транспорта и экология рекомендовала правительству запретить перевалку в открытом море всех грузов, в том числе зерна. Вопрос о запрете перевалки изначально рассматривался с точки зрения опасных грузов. Еще в ноябре 2019 года глава Минприроды Дмитрий Кобылкин отправлял президенту России письмо, в котором говорил, что в акватории Черного моря произошло порядка 600 чрезвычайных ситуаций, которые были связаны с перевалкой опасных грузов. Ну, правда, он не уточнял, за какой период. В частности, были разлиты нефтепродукты, и это приводило к невосполнимому ущербу природе. Эта идея Кобылкина позже жила и развивалась в правительстве, дошла до того, что Минтранс разработал законопроект, который запрещает перевалку опасных и вредных веществ. Законопроект был представлен Госсовету, который указанную инициативу поддержал, но предложил расширить ее, запретить перевалку не только химических опасных веществ, но и вообще всех остальных грузов. Причем, если нефть и ядохимикаты, и запрет на них будет введен уже сейчас, то вот все остальные грузы могут столкнуться с ограничениями в 2025 году. Экологи говорят, что угольная пыль и удобрения действительно могут быть источником загрязнений, но вот никак не зерно. Интересно, как на это отреагировал уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов. Он сказал, что даже если вдруг все зерно просыпется в воду, то ничего страшного не произойдет. Это зерно просто съест рыба и скажет спасибо. Другого никакого эффекта ожидать не стоит. Но вот производители зерна, если его рейдовую перевалку действительно запретят, почувствуют эффект очень быстро. Поскольку именно рейдовая перевалка сейчас удерживает перевалку в
глубоководных портах от того, чтобы сильно повысить цены. Борис Титов указал, что сейчас перевалка в Новороссийске стоит порядка 14-16 долларов за тонну. Это столько же, сколько и на рейде. Однако в былые времена перевалка достигала 35-37 долларов за тонну. Если рейдовую перевалку запретят, то в глубоководных портах цены будут неминуемо расти. Однако время есть еще. 2025 год не скоро. Вполне возможно, что эту инициативу отменят. Президент России Владимир Путин своим указом установил новое старое почетное звание – заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации. Соответствующий указ был опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации. Звание будет присваиваться высокопрофессиональным ветеринарам за личные заслуги в оказании своевременной ветеринарной помощи. Кроме того, звание смогут получить специалисты, которые внедряют передовой российский, ну или мировой опыт в профилактике, диагностике и лечении болезней животных. В пояснении к указу говорится, что звание заслуженного будет присваиваться, ну, как правило, тем, кто уже более 20 лет занимается своей профессиональной деятельностью. Почетное звание «заслуженный ветеринарный врач» ранее уже существовало, но в 2010 году оно было исключено из государственной наградной системы. Решение об отмене указанного почетного звания обосновывали тем, что ветеринары вполне могут быть удостоены звания «заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». До отмены это звание получили около 1000 ветврачей. В комментариях к прошлому выпуску, где мы говорили об ограничениях для пальмового жира, один из зрителей указал, что мы выступаем в защиту этого продукта. Слишком много хорошего сказали. Нет, мы не призываем вас употреблять пальмовое масло. Чтобы вы в этом не сомневались, мы сейчас вам покажем настоящих защитниц пальмового масла. На этой неделе группа девушек, обозначенных как зоозащитницы, пришли к зданию Минсельхоза России топлес и с масками коров на голове. Они выкрикивали лозунг «Хватит нас доить» и, по сообщениям СМИ, таким образом призывали избавить от мучений сельхозживотных и перейти на более дешевую альтернативу в виде растительных жиров. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что остаетесь с нами.